75 лет назад Великая Отечественная война завершилась великой победой. Это была победа солдат и офицеров, сражавшихся с врагом. Победа рабочих и инженеров, ковавших оружие в тылу. Победа сельских тружеников, кормивших фронт. И, конечно, победа медиков, спасавших людей. На фронте и в тылу самоотверженно трудились более 200 тысяч врачей и полумиллиона средних медицинских работников. Под ревом снарядов среди кромешного ада искали раненых бойцов на поле боя девушки-санитарки. В немыслимых условиях делались сложнейшие операции. Именно благодаря труду медиков, даже в самое тяжелое время, никто не забывал о том, что самое ценное – человеческая жизнь. Так было тогда, так есть и сейчас. Давайте всегда будем помнить об этом, стремиться помочь каждому, ценить то, что у нас есть, быть бережнее друг к другу. Дорогие ветераны, уважаемые нижегородцы, от всего сердца поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы. Пусть этот великий праздник всегда объединяет нас и дарит надежду. С Днем Победы!